Народный депутат и с недавних пор клиент Национального антикоррупционного бюро Евгений Дейдей сегодня получил осколочное ранение. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. По ее информации, ранение не тяжелое. При этом соратники Дейдея говорят, что ему уже даже операцию успели сделать. Интересно, что интернет-пользователи и журналисты восприняли эту новость сразу скептически. Например, вот Виктор Трегубов даже не понял, каким образом Дейдей мог оказаться в зоне боевых действий, да и зачем, если подразделение, к которому он приписан, размещено даже не на этой территории. Тем более сегодня, в общем-то, в Верховной Раде был все-таки рабочий день. Но об этом многие депутаты у нас привыкли все-таки забывать.